Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Австрийский художник, портретист, историк и декоратор. Большая часть его работ выполнена в стиле арт-нуво, хотя многие более поздние работы могут быть классифицированы как необарокко. Алойс Ханс Шрам. Родился 20 августа 1864 года в Вене. Отец Алойса Шрама был советником почтовой службы. С 1879 по 1888 год он учился в Академии изящных искусств в Вене. Его основными преподавателями были Карл Вурцингер, Ханс Маккарт и Йозеф Матиаш Тренквальд. Шрам был награжден золотой медалью Фюгера за сцену из жизни Бьянки Капелла, ныне хранится в Денверском художественном музее. После окончания университета ему была предоставлена стипендия, которая позволила ему продолжить учебу в Риме. Когда Шрам вернулся, он работал художником-портретистом и декоратором в Вене. В 1890-х годах он посетил несколько других европейских и ближневосточных стран. С 1909 по 1911 год Шрам создавал аллегорические фризы здания австрийского парламента. В 1915 он написал серию потолочных росписей в бальном зале Хофбурга. За пределами Вены он работал в палаце Виванте в Триесте и здании суда в Зальцбурге. Умер 8 апреля 1919 года в Вене. Вот так немного из переводной Википедии о австрийском художнике-портретисте, историке и декораторе Алойс Ханс Шрам. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.